Работа службы единого заказчика не всегда бросается в глаза. Тем не менее, усилиями этого предприятия городской казне ежедневно экономится десятки миллионов рублей. Под контролем службы все муниципальные контракты. От подготовки конкурсных документов до оценки качества исполненных работ. Происходит как оценка объемов видов работы и качества, в том числе с привлечением сторонних специалистов, так и первичная проверка, которую нам финуправление предоставляет, это оценка первичных документов по материалам, которые закупаются по цене поставщика. Наиболее крупными проектами, которые в 2016 году сопровождала служба, стали ремонты внутриквартальных дорог, установка наружного освещения, работы по развитию парка отдыха имени Ларисы Лазутиной и создание доступной среды. Отдел архитектуры и строительства профильного управления городской администрации особое внимание уделяет о работе с застройщиками. Как пояснил начальник отдела Михаил Тищенко, сегодня важно следить за неукоснительным соблюдением всех условий строительства. На сегодняшний день застройщиками-инвесторами в соответствии с заключенными инвестиционными контрактами проводятся работы по комплексной реконструкции микрорайонов города Одинцово с расселением и сносом ветхого и морально устаревшего жилого фонда, строительством объектов соцкультбыта и инженерной инфраструктуры. Данные работы проводятся в микрорайонах номер 2, 3, 6, 6А, 7, 7А и микрорайоне Одинцово-1. Из наиболее актуальных проблем, которые сегодня приходится учитывать, Михаил Тищенко выделил снижение темпов строительства, финансовые проблемы некоторых застройщиков, в том числе печально известного СУ-155, и многоквартирный самострой. Начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства Наталья Багрова в своем докладе отметила, что из 50 тысяч рабочих мест в поселении половину обеспечивает именно мелкий бизнес. Поддержка предпринимателей идет по многим направлениям, в первую очередь по информационному и юридическому. В настоящее время на территории городского поселения Одинцово зарегистрировано 7983 субъекта малого и среднего предпринимательства. Из них 32 средних предприятия, 395 малых предприятий, 7556 микропредприятий. Размер средней заработной платы на малых и средних предприятиях составляет 32 тысячи рублей. В 2016 году на территории города появилось почти 1500 новых микропредприятий. А это можно считать хорошим показателем общего состояния бизнес-климата в поселении. Приятным моментом совещания стало награждение первых 8 юнармейцев города особыми памятными медалями. Все ребята – члены известного в Подмосковье Одинцовского военно-патриотического клуба «Вятичи». Также почетными грамотами и благодарностями были награждены сотрудники городских учреждений культуры. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».